Приветик. Доброе утро, то есть добрый день. Это все, кто проснулись. Время сколько? Почти 12. Время почти 12. Вот это все, кто проснулись. Ну, Каролины нет дома. Она уже второй день тусуется у бабушки. Маргарита спит, бабушка спит. Я чай не налила, забыла чай налить. Садись, Макс. Тебе надо чай? Нет, не надо? Ну, вот так вот приходит Филька. Дайте поесть что-нибудь, дайте. И Бонни здесь не может достать до стола. А этот вон как. Раз и все. Вот такой большой я, скажи. Могу достать себе еду, добыть. Кабанчик. Кабанчик? Давай ешь и не играй, потом будешь играть. И планшет убирай. Вчера ел и суп налил на пульт. И пульт потом не работал. Ночью был дождь. Я не убрала эту сидушку. Хотела сейчас посидеть на солнышке, она вся мокрая. Что ли опять? Кстати, накрыла вчера диван, потому что немножко заливает. Когда сильный дождь идет, вот эта вот сторона, она намокает. Если ее так оставить, диван впитает в себя всю воду и будет, не знаю потом сколько сохнуть, будет тяжелый. Это я сейчас пока солнышко сбух. Ничего себе, ну. Набралось воды. Нужно на солнышко постелить. Ух. Очень тяжелое. Так посидим. На сеточке. Пока солнышко светит, подсохнет. Уже, видите, это от солнца. На солнце стоит. Уже сколько лет у нас все потрескалось. Под последним влогом очень много вопросов. Сейчас поотвечаю на самые такие интересные. Были вопросы, связанные со школой, с учебой. Почему Маргарита выпускается, если она закончила только 9 классов? В Швейцарии после 9 класса все детки уходят со школы. Начну с того, что младшая школа, ну я так называю, младшая школа, это учатся дети с 1 по 6 класс. После 6 класса они переходят в другую школу, старшую. Мошки летают. В этой старшей школе они учатся 7, 8, 9 класс, 3 года. После 9 класса абсолютно все уходят. А куда уходят, это уже решают дети. Еще один момент, когда дети переходят в старшую школу, их начинают делить, смотря сколько они баллов набрали за последние 2 года, это за 5, за 6 класс. И там тогда их уже распределяют по 3 группам. Точно я не знаю, сколько там нужно баллов набрать, но, по-моему, в третью группу, если у тебя 4 и меньше балла. Девчонки, Маргарита училась в средней, у нее было, по-моему, 5,2. Чтобы попасть в самую сильную, получается, в первую группу, по-моему, там нужно 5,5 или 5,6, уже ближе к шестерке. Для чего они это делают? Они сразу отделяют детей, насколько сильные, да, дети самые, допустим, сильные, средние и слабенькие. И там у каждой группы есть свои преимущества. Самая слабая третья группа, в принципе, у них выбора особо нет. Они после того, как заканчивают 9 класс, они обязательно идут работать и учиться. Они выбирают себе профессию. Вторая группа, у них больше преимущества. Они, вот где учится сейчас Ксюша и Маргарита училась, у них есть два выбора. Либо после 9 класса они тоже находят себе работу и учатся параллельно, идут как в техникум. Либо они могут поступить в гимназию, но в гимназию им нужно сдавать экзамены, проходить, набирать определенные баллы. Если они набирают, то тогда, конечно, они поступают в гимназию, там они учатся 3 года, не работают, просто учатся, выбирают тоже себе какое-то направление. И после гимназии они спокойно поступают в университет. Первая группа, самая сильная, которая им не нужно никаких экзаменов сдавать, они после 9 класса автоматически переходят в гимназию. И потом в университет, соответственно. Также есть еще один момент. Если ребенок, например, в течение учебного года, там первый, второй или третий год, если учатся хорошо, если немножко они как бы, да, набирают больше баллов, то их могут перевести в группу выше. Допустим, если с третьей на вторую могут перейти, либо со второй на первую. Но минус в том, что они должны будут повторить этот год еще раз. Допустим, если они в 7 классе учатся, да, они весь 7 класс проучились хорошо, подтянули какие-то там предметы важные, и их могут перевести во вторую группу, но они опять должны пойти в 7 класс.
У девчонок был такой момент, им сказали, если они немножко там какие-то определенные предметы подтянут, их могут перевести в первую группу. Но они отказались, потому что им не захотелось опять идти, опять второй год учиться в одном и том же классе. Поэтому они остались во второй группе. Так вот, Маргарита закончила 9 класс, она не захотела идти в гимназию. Не знаю почему, в общем, захотела пойти работать сразу. Она идет работать в больницу. Она будет 3 дня работать и 2 дня учиться. Больница оплачивает учебу полностью, мы ничего не платим. Это достаточно дорого, конечно, обучаться. Больница все оплачивает. Единственное, что мы будем платить, это за учебники. Вот эти все принадлежности, которые ей нужны будут. Также дорогу тоже. Ей нужно будет ездить в другой город на поезде, там, по-моему, 1.5 часа. И дорогу больница тоже ей будет оплачивать. 3 года она так проучится, проработает. Если она захочет выбрать какое-то определенное направление в медицине, она может поступить в университет, идти учиться дальше. Если она не хочет, то она, в принципе, заканчивает вот этот техникум и остается работать в больнице. Ее уже официально берут, да, с полной зарплатой. Кстати, она также сейчас будет работать и будет получать зарплату. Ну, конечно, там минимальная, но, в принципе, достаточно, чтобы что-то покупать себе, оплачивать что-то. Если она... Ой, кто-то меня тут кусает, залез на меня. Там уже посмотрим. Она пока не знает... По ходу дела будет учиться, и там, может быть, она решит, если какое-то определенное направление она хоть... Вообще у нее есть желание работать либо в детской больнице, либо в больнице в роддоме. Что у нас выбрала Ксюша? У нее последний год. Ей уже сейчас нужно искать тоже себе работу. В каком направлении она хочет? Пока что она остановилась на информатике. Долго она думала, сначала ничего не хотела, психовала. Стресс у нее прям такой был, ничего не хочу, ничего не знаю. Я говорю, ну иди тогда в гимназию, не знаю... Пройдешь, не пройдешь. Если пройдешь хорошо, не пройдешь, так пойдешь работу искать и учиться в техникуме. Завтра у нее собеседование, можно так сказать, в одной фирме. С ней будут разговаривать, она там какое-то тестирование будет проходить. Фирма очень хорошая. В общем, она хочет заниматься именно информатикой с компьютерами. Посмотрим, как дальше пойдет. Будем держать кулачки, будем надеяться, что у нее все получится. И... ее туда возьмут. Вот, так что на эту тему я, на этот вопрос я ответила насчет учебы, какие здесь правила и какая система обучения. Одна уже закончила школу, теперь вторая. Вот так вот. Пролетело время. Я вот не знаю, будем мы ставить бассейн в этом году или нет. Видите, какая погода. Батарейка с... Ой, откройте мне, пожалуйста, у меня рука не проходит. Ксюша сильно... закрыла. Батарейка садится на камере. Ксюша, будешь с нами играть, да, я огурчик? Ничего себе не нарезала себе. Мы сейчас с Максом будем играть в домино. Если я выиграю, тогда я пойду завтра. Арифметическое домино. Этому домино знаешь какого года? Сейчас я скажу, какого это года. Ну-ка. Кто-нибудь видит? 1973 года. 1973, Макс. У нас сделана цена 95 копеек. Училась по этой игре моя мама, учила таблицу умножения. Я учила, мой брат, теперь вы. Нет, Ксюша с Маргаритой, теперь Макс. Иди и Филька. И Филя пришел тут, сверху лег. Иди давай, иди. 5 штучек, давайте возьмем по 5 штук. Ты 5, я 5. Эти потом мы будем забирать. Первый кто там, не знаю, допустим, я вот ставлю первое, да? Сколько будет 2 умножить на 8? Вот, Ксюша, 16. Теперь ты должен, Макс, искать, что тебе подходит. Видишь, тут 30. А теперь ищи, что нужно умножить, чтобы было 30. Вот. Правильно. Угу. И можно заворачивать куда-нибудь, делать какую-нибудь там, не знаю, фигурку. Не обязательно только прямо. Угу. Рассказывай. Рассказывай, как ты готовишь печеньки. Рецепт ищу и все. Рецепт надо дать? Да? Не, классные печеньки получаются. Кому нравятся песочные, такие рассыпчатые. Они у нас будут собачки и кошечки, да? А у нас же еще какие-то новогодние были, нет? Угу. А, нет, лучше такие. И бабушке пирог такой морковный испекла тоже.
Здесь сыр, морковка, лук и яйцо. Все перемешала, посолила, поперчила. В духовку на 25 минут. 20-25 и все. На 180? 180 духовка. Как-то что-то тесто очень мягкое или нет? Нет, нормальное. Нормальное тесто. Рецепт печенюшек. Кому нужно, скрин делайте. Разрыхлитель ваниль 1 пакетик, разрыхлитель тоже 1 пакетик. Вот. Так, еще Ксюша сказала, что по рецепту 200 грамм муки, 250 лучше добавлять, да? Угу. Потому что тесто жидковатое получается. 250 грамм муки. Почему? Потому что и вкусные начала кушать. Вкусные. Вкусные печеньки получились. Собачка. Кошечка. Вот такие вот. Песочные. Эти остывают. Кстати, ребят, также у меня еще спрашивали про мое хобби. Если я продолжаю до сих пор вязать, вяжу, я вяжу на заказ, вяжу просто для себя, и также я вяжу для ТикТока. Я открыла канал в ТикТок. Наверное, многие уже знают, что на ТикТоке можно зарабатывать, поэтому я создала аккаунт. У меня почти 5000 подписчиков, но для того, чтобы начинать зарабатывать на ТикТок, нужно набрать 10 тысяч подписчиков. Вот, поэтому если хотите, можете меня поддержать. Я сейчас вам покажу, как называется мой аккаунт. Можете подписаться, можете, если вам не интересна эта тематика, просто подпишитесь и можете не смотреть видео, ничего. Для начала мне нужны подписки. Вот мой канал, у меня 4595 подписчиков. Вот здесь у меня разные видео. В принципе, у меня просмотры неплохие, именно когда я снимаю туториал. Если я снимаю просто так там свои работы, да, какие-то, просмотров не очень много. А вот именно, которые я закрепила. Хотите, можете посмотреть все мои видео, либо просто подписаться и забыть. Если ты там не знаешь. Кару, дыхало ай, дыхало ай. Быстро набирается, он автоматически. Кнопочку стрелять, а это наоборот. Вот сюда нажимать, чтобы набирать воду. Стрелять. Наберите, чтобы у всех вода была, а потом стреляйте. Да. А то один наберет, у другого закончится, и не успеваете. Бамасарима. Не надо в меня, даже не целься. Далеко стреляет, так нормально, с одного конца на другой конец. У нас вообще в этом году лето, уже июль месяц, а у нас еще дожди, не очень жаркое. Все, закончилось у Ксюши. Все, душ приняла, иди вытирайся теперь. И солнышко спряталось. Не холодно? Нет? Точно? И солнышко спряталось за тучку. Иди бери полотенце. Вытирайся. А, ну вот, укрывайся. Мы приехали в магазин мотоциклистов. Я не говорила, что у нас Маргарита увлекается теперь мотоциклами. Она, конечно, пока еще не ездит. Она ездит как пассажир. Но сейчас мы хотим померить курточку и штаны специальные. Это мужское. Шлем у нее уже есть. Сейчас она меряет штаны. Посмотрим. Еще нужно потом обувь специальную тоже. Это? Да. Тут вот одна курточка, она со скидкой. Дорогие, конечно, такие, капец. Вот так. Такой она себе хочет мотоцикл. Так, представляете? Чё? Не маленькие. Маленькие? Чё, прям совсем маленькие? Попробуй со мной. Ну, давай попробуй. Так прикольно смотрится, но это вот здесь вот слишком, да, вот так вот упирает. Разрекается, Марго, ну, секает. Секает. Эль панталон, ну, да. Но руки не оставят.
Да, это, ну как это мужские штаны. Я не знаю, может быть из-за этого. А так, в принципе, это куртка классно. И кисы я закурю. Ты как терминатор. Уже жарко ей. Вот это нормально уже. Вот это уже женские штанишки. Сидят хорошо. Pero ese pantalón, el pantalón vale más que la chaqueta. Pero me falta eso. А, она приклеивается, да, эти штучки? А ты умправь минус? Что, нравится? Куртка? Да, куртка нормальная. Куртку возьмешь? Да, куртку возьму. А штаны? На штаны копить. Но куртка со скидкой. С хорошей скидкой причем. Она вообще обычно стоит сколько? Не знаю. Ой, смотри. Она стоила 329, а сейчас ее за 179 продают. Штанишки, конечно... 300 стоит без скидки. В следующий раз накопишь. Вообще классно. Удобные? Нормально в попе? Да, что не знаю, как-то странно, потому что они такие низкие. Но они же за куртку цепляются. Если бы они были выше, они тогда бы не зацепились за куртку. Ну ладно, раздевайся. Можно посидеть? Перчатки. Представьте, она будет на таком ездить. Но ей можно ездить только с 16 лет. Сейчас накрашу. Это Билак. Сейчас накрашу, подожди. Ну как? Мотоциклистка. Классно. Это эти штаны тоже для другой куртки, да, подойдут, которая из другого материала? Нормально, удобно? Как чувствуешь, да? Движение, двигаешься нормально? Ну классно. Иди бабушке покажи. Июль, август, сентябрь, октябрь. 4 месяца. И потом она уже может сама ездить. Учиться. И так пока пассажиром будешь ездить. Нет, мне зарядка потом нужна будет. Давайте спать уже собираетесь. Уже время сколько? Уже 10:30. Еще полчасика и спать, окей? Ксюша пошла спать, ей рано вставать. Вот. Так что все, ребят, на сегодня заканчивать буду. Всем пока. Спасибо за просмотр. И увидимся в ближайшие дни в следующем влоге. Всем пока.